Добрый день. Добрый. Пойдемте, я вам покажу, как наш сервис выглядит. Это клиентская зона общего техцентра, в котором мы трудимся и работаем. Здесь у нас кофеаппарат, здесь у нас вода бесплатно. Здесь у нас оставьте отзыв на Яндекс.Картах. Будет замечательно, если вы это будете делать, если вам понравится. Собственно, для того, чтобы мы подошли к вам, вам необходимо в клиентской подойти сюда, к этому столу, и нажать на эту кнопку. И мы уже из процесса работы выйдем. И к вам обязательно поспешим навстречу. Соответственно, когда вы здесь ожидаете, вы можете посидеть, можете зарядить свой телефон, можете посмотреть телек, он сейчас выключен, ну и бог с ним. Вот так вот выглядит наша клиентская. И здесь можно подождать, естественно, машину, которую мы берем в работу на тюнинг. Чаще всего мы работу день в день проводим, если это не сложные работы, да, если сложные, если мы говорим про трассы на Аргоне или про какие-то такие комплексные объемные работы, естественно, они длятся больше, и 2, и 3 дня бывают у нас машины, которые остаются на неделе, но в целом в большинстве случаев мы стараемся клиентов долго не держать, обозначаем время работ, и, конечно же, мы вам сейчас покажем, где у нас происходит процесс прослушивания и обсуждений вариантов тюнинга выхлопа, и где вся вот эта вот сказка и волшебство происходит у нас. Пойдемте со мной. Здесь, кстати, так просто не войдешь, потому что здесь у нас замок, и в ремонтную зону нас не всегда... Как это сказать? Пускают. Ну да, зачастую только с мастером приемщика. Но это правило общего сервиса, и мы придерживаемся этих правил, потому что ваша безопасность, она превыше всего. Пойдемте дальше, я покажу. Проходите, а я сейчас подойду. Ребята, так выглядит у нас зона, где у нас расположены автомобили, которые мы ремонтируем и тюним. Соответственно, здесь основной сервис, который занимается японцами. Тут ребята занимаются пленками, всякими остальными вещами полезными и умными. Ну а мы, собственно, делаем выхлопные системы. Вот наш небольшой закуточек, в котором есть 2 машины места. На яме также бывает периодически по 2 машины ставятся. Иногда мы сюда ставим еще парочку машин, когда мы не успеваем все принять и все сделать вовремя. Ну и, собственно, вот в этом месте вы как раз можете увидеть большую часть роликов, где происходит процесс, собственно, работы, процесс колдовства тюнинга выхлопа. Здесь у нас, смотрите, есть оборудование. Самое, что ни на есть, простейшее, да, это сварочный аппарат, это баллоны. Там плазморез. Собственно, я вам чуть дальше покажу, как это все выглядит. Кстати, в этих ямах огромное количество, просто огромное количество глушителей бэушных, которые мы срезаем каждый день. И периодически эту яму очищаем. И мастера получают за это бонус, потому что они отпилили глушитель, сдали его, продали и получили на чай, кофе и сигареты. Пойдемте в сторону насадок. Я вам расскажу немножко про насадки и, в принципе, про место, где вы можете выбрать их. И, конечно, у нас есть огромный ассортимент насадок. Здесь выложена большая часть тех вариантов насадок, которые вы можете поставить у нас в сервисе. Соответственно, они распределены аккуратненько по полочкам. Вот здесь вот стоят в основном двойные насадки. Здесь идут вот карбоновые насадки. Здесь хром, здесь черные. Все эти насадки можно выбрать, приложить на свой автомобиль и посмотреть, как какой-то из вариантов смотрится, и подобрать себе самую подходящую, та, которая лучше всего зайдет вашему автомобилю. Вот такой вот стенд. Также есть запас, но он не очень большой, насадок, которые здесь не представлены. Их тоже можно достать, посмотреть. Вот часть, вон, новые приходы здесь лежат или лежали.
Здесь обычно происходит процесс оплаты. Да, это так выглядит, но, собственно, у нас оптимизация пространства. Мы стараемся создать такое помещение, где вот все максимально полезно, максимально быстро, максимально близко для того, чтобы оптимизировать свою работу, для того, чтобы вы не ждали по несколько дней свою машину. Напомню, у нас все тюнинги практически все происходят день в день, ну, либо два дня – это максимум. Пойдемте дальше, я вам покажу, что у нас еще есть интересного. Здесь у нас есть стол, за ним мы работаем, сюда приносим банки глушителей, если необходимо переделать. Также здесь варим трассы выхлопные, здесь у нас есть аргонодуговая сварка, полуавтоматическая, есть плазморез. В общем, все необходимые инструменты для того, чтобы изготовить выхлопную систему. Стол очень классный, очень удобный, мы им пользуемся каждый день. Для того, чтобы завальцовывать и развальцовывать трубы, у нас есть пресс. Здесь вот такая вот подобие обычной болгарки. Это для ускорения также процесса, для того, чтобы можно было срезать трубу, ее аккуратненько сбоку вот так вот отшлифовать, чтобы быстро приварить ее к машине. Все процессы, они направлены на ускорение работы. Здесь отдельно у нас стеллаж с заслонками, блоками управления с компрессором, блоками управления с соленоидами. Также здесь расходные материалы, огромное количество тиски. Здесь такой аппарат шлифовальный, да, для того, чтобы зашлифовывать, аккуратно делать на аргоне какие-то вещи. Стол, чайник, очень важный в работе инструмент, магнитофон старенький какой-то, для того, чтобы не скучно было. Мы всегда под музыку тут трудимся, работаем. Ну, кроме тех моментов, когда что-то записываем на видео. Здесь ребята переодеваются. Здесь, ну, небольшая такая, не знаю, как это назвать. Стол для перекуса. То есть мы работаем в совершенно таких классических спартанских условиях. Но вместе с тем, если вы видите, в каких условиях вы приезжаете и вы находитесь в сервисе, они совершенно другие, потому что для клиента все самое лучшее, самое важное, да? Да-да! Что еще у нас тут? Ну, короче, и вот это вот тоже у нас блоки. Собственно, вот так вот это все выглядит в нашем сервисе на Донском проезде, дом 10. Если вы хотите побывать вживую у нас, посмотреть, приглядеться к насадкам или глушителям, либо подобрать для себя звук, да даже просто приехать на консультацию или диагностику своей выхлопной системы, обязательно обращайтесь. Мы будем рады всегда вас видеть. Мы работаем без выходных и без праздников каждый день с 10 утра и порой до 9, до 10 вечера. Хотя сервис тут основной закрывается в 19:45. Рады, что вы посмотрели это видео. Обязательно залайкайте или подпишитесь. Буду вам благодарен. На связи, как обычно, Игорь из Ультравыхлоп.